Цветы буду делать самые обычные мастики Top Decor без добавления SMS. Также нам понадобится вот такая вот флористическая волшебная палочка. Вырубка сердечка. У меня это 3 сантиметра на 2,5. И шарик. Можно, в принципе, воспользоваться и этим шариком, но он большеват, мне так кажется, и удобнее работать вот таким шариком. Это у меня 1,2 сантиметра в диаметре. В принципе, ничего сложного здесь нет. Раскатали мастику, раскатываем как можно тоньше, чтобы она быстрее высохла. Раскатали, вырезаем сердечки. Также нам понадобится мат для цветов. Ссылку на все, что я использую, вам оставлю под видео. Это будет либо просто под видео в описании, либо будет в комментариях закреплено. Мат, сердечко. Так, сейчас я немного сдвинусь ближе к вам. И вот такой ребристой стороной проходимся по сердцу. Вкладываем в сторону. Все это повторяем со всеми лепесточками. Берем шарик и утончаем края. Все, после утончения уже укладываю сразу себе на стол, чтобы знать, что данные заготовки у меня готовы к работе. Чтобы наши Анютины глазки были более правдоподобными, мы затонируем их красителями. Я буду использовать номер 21 от Conde Pro, цвет сиреневый, и номер 19 от Conde Pro, цвет фиолетовый. Все эти красители можно приобрести в магазине Baker Store. Ссылочка на него внизу есть под видео. Итак, приклеиваем хаотичным образом Анютины глазки и потом будем тонировать.
Тонировать буду вот такими профессиональными сухими красителями. Это сухая пыльца для цветов. Также можно использовать жирорастворимые красители. Надеюсь, что данный урок вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!